Дорогие мои зрители, подписываемся, девочки, смотрим, ставим лайки, мальчики, пишем комментарии. Девочки, хочу сразу поблагодарить, хочу даже поименно. Юлия, Виктория, Ирина, Инна, Анна, Светлана, Владимир, Игорь. Очень много Ин у меня. Еще хочу сказать Инна Митко, новые девочки, Светлана, Елена, Елена Ключникова, по-моему. В общем, девочки, я, извините, кого не назвала, очень много, много, правда, ну, действительно много. Я хочу вас всех поблагодарить, всем огромное спасибо за ваши переживания, за ваше сочувствие, за ваше понимание. Знаете, вот я всегда говорила у себя на канале, как не хватает нам доброго слова. Катюша, Катюша, Катерина Лайт, Катерина Рябухина, Катюша, я очень рада, что ты мне написала, вернее, даже сделала голосовое сообщение. Света Зая, Наталья из Италии, это мои подруженцы в боях пройденные, уже сколько лет мы знакомы. Я только что назвала много новых девочек. Девчонки, всем огромное спасибо. Не волнуйтесь, не переживайте. Вы же знаете, наверное, уже меня немножко и мой характер. Я за мной не заржавеет. Если что-то плохо, я не умалчиваю. Я выхожу в эфир, я говорю об этом. Я не строю из себя, что все хорошо. И, в общем, вы понимаете, да, все у меня все на лице. И когда мне страшно, и когда мне плохо, я всегда говорю. В общем, всем огромное, огромное большое спасибо вам за поддержку. И за ваше понимание. Ребят, все будет хорошо, девчонки. Девчонки, ребята. Я так рада, что сколько девочек молодых меня смотрит. Это просто. Так, еще хотела сказать, Игорь Александрович, наверное, новый подписчик или не новый подписчик. Или вы так просто редко пишете. Вы вчера написали, почему удалили ваш комментарий. Если удален ваш комментарий, это не вообще. Если я удаляю комментарий, это как происходит? Я просто блокирую пользователя, и он просто вообще не может написать. Я вас не заблокировала. Скорее всего, YouTube на рассмотрение эти комментарии посылают. YouTube сейчас не любит о политике комментарии, YouTube не любит оскорбительные или какие-то нарицательные там гей-культуры нарушения. Я, правда, не удалила ваш комментарий. Ну, может как-то какой-то сбой в сети был, и он не пришел. Я даже не знаю текста, не знаю смысла. Комментарии удаляются только, когда я пользователя блокирую полностью, чтобы он не мог написать комментарий. Я, как всегда, ребята, сделала сейчас видео. Хумана секонд-хенд. Вот, я сейчас тоже еду. Буду продолжать дома уже наконец-то клеятся обои. Я надеюсь, пока я приеду, хоть немножко поклеится. Потом мне надо купить еще краску. Ну, мне будут ее колорировать. Ой, как тяжело. Да, тяжело. Мне Лидия там Таганова. Кстати, поэтесса, девочки, кто любит стихи, кто любит читать книги, кто любит прекрасное. Лидия Таганова, она с Ириной Самариной, кто знает Ирину Самарину, сотрудничает, на ее тексты делает видео, песни пишет. В общем, очень творческая личность. Кто хочет, зайдите, посмотрите. Она меня поддерживает постоянно. Это моя зрительница верная. Зайдите к ней на канал. Это не реклама, кстати. Нет, не реклама, просто я хочу Лидии тоже передать привет. Лидия, вам огромное спасибо за поддержку. Всегда ваши слова, знаете, как бальзам на душу. Все, я всех поблагодарила. Девочки, заходите к Лидии Тагановой. А дальше продолжаем наш влог. Я только что столько позору набралась, ребята. Ну куда ты? Не надо меня целовать. Я не даю целоваться. Короче, смотрите, я вчера виноградник собирала. Я была в спортивных брючках, и я была в таком пальтишке. Ну,
короче, неважно. Я пошла в этой же одежде, машину загнала. Загнала я машину в гараж. Сегодня утром я одела светленькие штаники, что вам секонд-хенда показывала. Пошла, села в машину и поехала. Ну, еду, все нормально. Когда на меня как-то стали смотреть как-то так, ну, знаете, так, оглядываться, думаете, ну, что ж там такое на мне? Ну, одно дело просто смотрит, как одета, другое, оглядывается. Ко мне подходит какая-то женщина и говорит: «Доця, в тебе ззаді жах». Я говорю: «Що трапилось?» «Дуже-дуже, мабуть, в тебе щось там по-женськи ззаді на штанах». Я говорю: «Та ви що?» Блін, покраснела, мені стидно. Я, короче, бігом, задом-задом в машину, бігом. Ребята, виноград. Сіла на бубочку винограда. Видно, вчора з одежди упала на сиденье. Боже! Хорошо, что были мокрые салфетки в этом, в машине. Я в машине разделась, сняла их. Давай мокрыми салфетками быстро-быстро затирать. Ну, конечно, оно не затерлось. Так, хоть чуть-чуть первый слой сняла. Еду домой. Вам показывать не буду. Там действительно, знаете, вот где... Короче, ниже попы. Ниже попы, под коленом, выше... Выше колена, сзади, я не знаю, как объяснить. Ну, девочки, вы понимаете, где, да? Ой, какой-то кошмар. Так неудобно. Ну, а потом думаю, ну что, все. Никто ж пальцем не тыкал, никто не смеялся. Ну, со всеми бывает. Кто подумал, тот... Кто что захотел, тот и подумал. Виноград, да? Покрасил мне. Ну, ничего, я ванеш купила. Только что забежала до цветного белья. Как раз он там подсох, они уже не такие яркие, эти пятна. Ой, боже. Тихо, вы знаете, тихо. Даже в Фозе зашла, скупилась. Взяла хлеба. Взяла. Яблочки купила. Ребята, яйца 78 гривен десяток. Это самые дешевые. Остальные там выше сот. По 105, по 110. Это капздец. Это просто. Я в шоке. Золотые яйца. Это бутылка. Газовая заправка. Какая-то такая заправка непонятная. Непонятно, есть она или нет. Ой, так. Ой, ребята, ну что у меня с головой? Он салпадеин. Я не могу. У меня болит голова. Что сил нет. Вот что ей надо этой голове. Ой, я приехала, ребята. Одна обоя приклеена. Ура! Я покажу сейчас. Ура! Голова болит. Это вот выпиваю легче. Дело стекло. О. Короче, болит голова, язык не имеет. Глаз дергается. Представляете, глаз дергается. О, темнота. Да что ж такое? О. А это что было тепло? Так, раз, два, три. Сейчас покажу. Вот так, если знаете, показывать, хожу с камерой. Ем сало. Пока я ушла, она кормила. Гляньте, на тихаря кормит. Да, да. Поймалась, да? Поймалась. Закармливает песика. Не надо. Ага. У полпятого давала утро. Угу. А уже время кормить. Мама, почему ты не кушаешь балычок? Очередь не дошла. Нельзя.
что ты не ешь? Позже. Так тебе вкусно. Вкусно. А чего ты скумбрию не ешь? Я борщ, что я подобрала борщ, потом печёночку, макарончики с печёночкой. Куда я буду? Нет, ну на завтрак это хорошо. А я да поздно. Ради бога, я голодная не выйду. На свежем воздухе, конечно, классно. Просто. Сыпется, зараза. Жалко каждую. Мать, вот так. Я уже мысль на вино все выпила. Это же хрен выкопать срочно. Вот тут, там, и там надо подавить. Зачем выкопать его? А? Зачем? В морозилку потереть на терку бурячок хрен до холодного. Морозилку потереть, ну да. Хрен можно. Я все сделаю. Хорошо, я выкопаю. Вот надо, да, я сама выкопаю. Ой-ой-ой. Купила картошки, девочки. Ой, не видно. Купила картошки, такой неплохой. Хочу с говядинкой сушить. Люда просит свиные ножки. Мама просит свиные ножки. Я купила, но надо же хвалить. Сейчас вином закончим. А потом, что-то тихо так сегодня. Ладно, сейчас я перекушу. Ой, орехи мои, бляха! Ё-моё! Что такое? А, это водичка с них выходит. Рябин, пошёл. Видочка тоже оделась, слава богу. Дома. Сегодня все хозяйки сегодня дома. Так, работа кипит, продолжается. Смотрите, царство мое, царство, царство мое. Каждый день, конечно, вам показываю это царство. Мама, у них целое меню. Сухой корм, курочка. Косточки дала. Одну косточку сказала на двоих. Шапочка такая трогательная, ну прям такая трогательная шапочка. Мама, аккуратно. Так я ее уже строчу, ее опять просточила, завернула. Слышишь, ты не достаешь, мама. Давай я стол подвину да тебе. Да подожди, тут все спланировано. Как? Не стол, там, наверху пойдет. Ой, работяща ты, людина. Да. Чи дитина, как бабушка говорила. Да. Работяща ты, дитина. Так, Степа. Ой, боже, какое оно скандальное. Что там такие, пойду глянь. Вот кто здесь? Ну вот смотри, просто машины, ну кто? Вон, мячик, бери мячик. Мячик, Степа, мячик. Степа, мячик, давай, мячик. Иди сюда. Мячик, он мячик, мячик. Опа, давай, мячик. Давай, мячик. Ах ты ж, зараза. Мячик, мячик, мячик сейчас найдет, смотрите. Мячик, мячик, мячик. Смотрите, смотрите, опа. Все, погнал. Сколько энергии. Сколько энергии. Ой, я не могу. Маме только что говорю, рассказываю. Людочка говорит, мама, что-то я проголодалась. Там была вермишелька, я в микроволновке и разжарила ее с печеночкой, ну, подогрела. А там так богатенько, две такие порции здоровых. Я говорю, Людочка, давай, говорю, ты сколько съешь, потом бабушка доест, ничего страшного. У нас такое часто бывает, бабушка доедает, да, мам? Да. Когда несет тарелку пустую, я говорю, нифига себе. А она только что одевалась тепло, хотела, ну, там, поубирать свои вещи. Говорит, мама, можно я еще полежу? Я, говорит, так наелась и так, ну, говорю, поспи, Люда, поспи, прям-таки. Она такая, что и ночью встанет и будет делать то, что ей надо. Когда ты на отдыхает. Ну, надо же отдохнуть. Конечно, надо как отдохнуть. Сегодня ночью я ничего не слышала. Вчера ночью тоже приехали, вроде нормально. Ну, поздно, конечно. Тогда сейчас, видишь, перевели назад. И я это, мама. Рано темнеет. Рано темнеет, это вообще. Мама сейчас его посрывает, а я потом буду давить, потому что я занимаюсь кухней, мне даже девочек своих кормить. 13-е ведро. Хорошо, 13-е. Ну, второй, сейчас добавлю. Ну, это со вчерашним 13-е, правильно? Ну, как? Вчера было 11, сегодня я уже 2 ведра нарвала. Молодец. Сколько? По маленькому. Да если бы только, а то покосишь. Да ты ж моментально его и обрезаешь. Ты ж, я ж говорю, я работаю на количество, ты на качество. Вот тут надо. Ну, я еще день большой сейчас закончу. Ну, как большой? До 4. Может, еще тоже посрываю. Пока сразу убираешь. Мне видно было. Угу, по сторонам прошлась.
А как расскажу, вчера я вынесла этот мусор. Скирда. Скирда. Целая скирда. Мама вчера пока поубирала, я уже и покушала. Уже темно было. Уже темно было, а я говорю, мама, я пойду полежу. Когда я даже вздремнула, когда говорю, ты поела. Она, я только-только, говорит, с ванной вылезла. Ну, она с котиками ест. У нее трапеза. Жую, поджевываю. Это черный хлеб. Черный хлеб. Печеночка пожевала. Та, за малую душу. Тетя Маша так соседка делала. Ой, жевала. Маша, что ты одно жуешь? Вера, кошака. Кошака. Есть кого вспомнить. Такие хорошие соседи. Нет. Были. Никого нету. Все. Нет. Никого нет. Были, никого нет. Ой, а я картошечку сейчас тушу, помою посудку. Вот. Сейчас Людочку пойду проверю. Вон сухие ветки, зачем они? Надо. И мне разводняется, я раскрываю сначала. Я ж не подберусь, они ж переплетанные каждая кисть. Да ну да, мам. И сыпется, зараза, жалко. Да. Потеришь. Я пошла не по стремянку, потому что я могу упасть. Попроси у Светы стремянку. Блин, и впады, аккуратно. Андрей разрешил, да, брать, если что? Не, ну мало ли, мам, знаешь. Ну, это чужая вещь, нельзя. Чужая. Я вообще не люблю чужое брать. Вообще чужое не люблю брать. На, открыла дверь, нашел, скучаю, нашел. Скучаю это тот, который болел. Да, нашел, ля. Нашел. Лазечки, лазечки хорошие. Усихали все, все. Меняю, меняю антибиотиками. Все. Услышал твой голос и бежит на нее. Нашла себе внука. Зайчик. Он даже умирал на руках. Он нашел кошку большую, а Вера нашла себе внучика. Ну, он такие хорошие. Кузя. В общем, вон Кузя. Кузьма. Кузя. Я скоро, через часа три. Скоро, через три. Я котел пока выключила. Сейчас гляну, что моя Людочка. Ребята, время бежит неумолимо. Отдыхает. Сам волку смотрит, развлекается с его продажами, да, дочь? Не, у него сегодня не продажи, у него там... Да я так слушаю, люди я любуюсь, на Надю дивиться невозможно. Вот. На Надю дивиться точно невозможно. Зина тоже матюклива так. Молодец, правильно. Да правильно, пускай отвечает. Ой. Этим бабам. Ну, Татьяне Васильевне с Надькой. Хай отвечает, а то они сильно много такие. Королёвы, звезды Ютуба. Что там, дочь? Да вот смотрю, барменеджер выслала мне посуду. Угу. Цены надо заказать, бокалы новые, уже побили те. Я вот смотрю, Лянь, Келлих, можно себе заказать шампань вот это. Люда, сейчас я полезу, не надо. У меня в погребе большие здоровенные бокалы, такие красивые. Вот, Келлих для вина, ой, 155. И Келлих для вина, и Келлих для пива. Я полезу в погреб, отлично, потом людям отлично. Тоже покажу, какие у меня есть. Просто я там когда-то припрятала и забыла за них. Заказываю. Ладно, друзья, как там обои клеятся, посмотрим в следующем видео. Там получается забабахаем вечерний контент. Люда что расскажет. Я? Да. Какую-нибудь историю интересную. Ты ж много историй, ты же работаешь в ресторане. У меня Ира говорит. А Ирочка же со мной работает. Наверное, же подписчики не знают, да, что я Ирочку забрала с моей фактуры. Нет, откуда не знаю, канал перестала вести. Да. Она говорит, боже, что будет в следующей серии? Сейчас записываю голосовое. После твоей смс-ки скажи, ты приедешь? Или нет, я набираю сил, я буду отдыхать. Надо. А что же будет в следующей серии? Они же называются в главных ролях. С каждой серии, блядь, я говорю, все интереснее. Каждый актер что-то свое. Люда построила коллектив, там сейчас идут прения, и требует Люду в студию в главных ролях. А Люда говорит, дайте набраться сил, приеду. Ничего, самое главное, что ты... Я буду невзначай приезжать, я не шо покажу. На проверку. Ладно, друзья, что там в следующем видео посмотрим, что там, да, у нас? Что там у нас, и расскажем немножко про Людину работу. Все, пока. Надолго не прощаемся. Всем огромное спасибо, что кто написал, что Нателла, с удовольствием смотрим много твоих видео. Много. Много-много. Пока. До встречи.